Второй день фестиваля охватил жителей Акдаринского, Байрыкского, Пасторгомского, Самаркандского и Катакурганского районов, а также города Самарканда. Караван культуры с творческой интеллигенцией, представителями театра и кино, художественного и музыкального искусства посетил Махали, профессиональные школы, театры, оздоровительные санатории. Одной из локаций – высшее учебное заведение в городе Самарканде. Члены Сената и депутаты проинформировали собравшихся о последних реформах в области внесения изменений и дополнений в Конституцию страны. Отмечалось, что каждая поправка, которая вносится в основной закон республики, будет учитывать самые актуальные аспекты жизни народа и каждого узбекистанца. Сход граждан Махали Янгикурган в Акдаринском районе. О приезде артистов сельские жители были оповещены заранее. Встреча гостей и местного населения, прошедшая в теплой атмосфере, произвела на простых граждан большое впечатление. Об этом можно было судить по радостным лицам каждого из них, ведь в основе реформ, проводимых в стране во имя человеческого достоинства, лежит счастливое будущее народа. А это уже Самаркандский район. Детский туберкулезный санаторий и санаторий Агалык. Группа артистов и творческих личностей столицы организовала для детей праздничный концерт, выступила с развлекательной программой, а также провела различные викторины и увлекательные конкурсы. А еще были исполнены песни, воспевающие родной край. Президентімізге кәттадан кәтті рахмат, хоким апамызге кәтті құрғанын үшін чәлі ташкел қылиятылы ма, өмірімге чықмаген ма, өмірімге хая жөлінің бұр еппан қозыр, үшін чәлі хая жөлінің еппан ке, кәтті-кәтті рахмат дейма, ешларымыз ұнып өссін, шынай күлларымыз көп бұсын, лойым. Мероприятия с участием около 300 представителей культуры и искусства проходят в разных регионах области. Акции затрагивают жителей районов, махалей и сел.